Новости Богородского района. Богородская43.ру. 13 июля 2024 года в рамках проходимого в поселке Богородское межмуниципального фестиваля народного творчества «Чепецкие гуляния» главы делегаций Богородского, Унинского, Зуевского, Фаленского, Кирово-Чепецкого районов и города Кирово-Чепецка посетили со знакомительной экскурсией Богородский молочный завод. Встречал гостей управляющий производством Андрей Кудяшев, который познакомил их с продукцией завода. Представлен здесь, я думаю, что в магазинах, на полках вы это все видели, все знаете. Все едим, все нравится. На этой площадке в Богородске выпускается непосредственно молоко в пакетах, все. Затем выпускается масло, все здесь, творог весь, все в лупах. Бутылка, эти инновационные материалы, бутылка, эти бюрпак, снежки, йогурт и вся кислая молочка, это посягивалось. Затем была очень впечатлительная экскурсия по цехам, где производится вятский пармезан компанией «Гранд Вятка». Джулиано Роверси с удовольствием рассказал посетителям о своей работе. Вообще натуральный, потому что есть только фермент и соль, и молоко. Здесь наливаем сыворотка, фермент, и потом открываем пар. И варим сыр. Сколько молока надо? 350 литров. Да, куда этот сыр идет? За пределы Кировской области идет? Да. Да, но тогда же еще с итальянской больше будет мужчины. Москва и Питер. Наша область тоже. А, больше Москва и Питер? Да. Плесень мы чистим. Чистим, и как по кругу, потом заново чистим. Но мы только чистим. У него плесень несъедобная. Ну, он должен делать. Должен. Потому что влажно выходит, и нормально должен делать. Нет, я имею в виду, что выбивают сыр с плесенью, она съедобная, то это убирают плесень. Да, да, только корочка, только здесь, внутри нет. Вы ее снимите, все равно ее не осадите. Поднимай. Не могу. Глава Кирово-Чепецкого района Елькин Сергей Васильевич. Мне очень приятно находиться на предприятии «Богородское молоко» в Богородском муниципальном округе, на таком замечательном предприятии, и видеть продукцию, которая сделана из нашего сырья Кировской области. Столько головок сыра, конечно, я такого никогда не видел, нахожусь под впечатлением. И сейчас, наверное, попробуем этот сыр. Я уверен, что он будет самый вкусный, который я когда-либо пробовал. Сегодня в рамках делегации «Чепецкие гуляния» у нас прошла экскурсия на Богородский маслозавод. Конечно, восхищена тем, что, чем они занимаются, такая продукция. Они выпускают сыр пармезан. И я узнала, что на одну головку сыра, оказывается, надо всего лишь 350 литров молока. Вот, как этот сыр вообще, как он созревает, как его делают, как он хранится, как его готовят к продаже. Это вообще супер, это интересно. И самое главное, он очень вкусный. Боровикова Татьяна Федоровна, глава Унинского округа. Елена Кирючук, заведующая отделом по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Кирово-Чепецка. Конечно, экскурсия замечательная. Впечатлили объемы, впечатлило то, что вот такие объемы делают всего несколько человек. И, конечно же, гордость за нашу землю, что на нашей земле работает настоящий итальянец, выпускает настоящий итальянский вятский сыр пармезан, который пользуется спросом не только в нашей области, не только в нашем регионе, но и за пределами нашей области, за пределами нашей России, даже за рубеж поставляют этот сыр. Хочется пожелать процветания этому предприятию, и чтобы, может быть, видов сыра было больше. Браво! Затем, как полагается, гостей угостили вятским пармезаном.